разбивается тарелочка, да, и каждый из членов съемочной группы берет себе кусочек на память. Важно то, чтобы в конце съемок, ну обычно кино раньше снималось и по году, и по два, и по три, чтобы все осколочки в конце съемок фильма на так называемой шапке, когда происходит такой обед или ужин по поводу завершения съемки, каждый принес свой осколочек, и чтобы тарелку можно было обратно склеить. Раз, два, три! Камера «Мотор». Детскому медиа-центру «Лютик» снимать короткометражки не впервой. Но на этот раз все по-взрослому. За режиссуру нового проекта с рабочим названием «Лягушка, не птица» отвечает профессиональная актриса, знающая об игровом кино не понаслышке. Во вторник юные киноделы творили под руководством Татьяны Абрамовой. Сцена вторая, кадр пятый, дубль первый. Начали. К доске идет. К доске идет. Семен, Иван, иди к доске. Стоп. В игровом кино человеческий фактор едва ли не важнее технической стороны съемочного процесса, правильно настроенного оборудования и грамотно выставленного света. В съемках приняли участие ученики 41-й школы. Съемочная площадка в одном из учебных классов. Сегодня дети сами себе режиссеры, актеры, операторы и реквизиторы. Сценарий будущего фильма ребята тоже написали сами. Мы придумали рассказ. То, что мальчик выходит к доске и его спрашивают про лягушку. Ему дают подсказку, и он расшифровывает ее по-своему и думает, что ему сказали, что лягушка – это птица. И он начинает это доказывать. Учитель с ним вроде бы встает на одну волну, даже называет его коллегой. А потом берется доказать, что и этот ученик тоже птица. Вот такой полет сценарной мысли. Актеры говорят, что на съемочной площадке невозможно переиграть детей и животных. В этом фильме задействованы и те, и другие. А значит, с актерскими данными проблем не возникнет. А техническая сторона съемочного процесса юным киношникам уже не кажется сложной. После того, как в Иванове посреди зимы реквизиторам каким-то чудом удалось найти живых петуха и лягушек. Это целая история, нам были готовы даже с кинешму привезти живого петуха, но благо нашелся Иванова, красавец наш черный, и живых лягушек. Переживали, что не найдем живых лягушек, но нашли в зоомагазине. Маленькие, правда, очень, но надеюсь, что наши операторы юные справятся и объективы нам в этом помогут. Учиться, учиться, еще раз учиться. Съемки этого фильма – ценнейший мастер-класс по режиссуре. Но и актерской игре ребятам тоже предстоит поучиться. В начале февраля для школьников-киноделов проведет мастер-класс известный российский актер Михаил Полицеймаков. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.